Друзья, всем привет! Меня зовут Леха Ляпик, я вокалист группы «Монолит», город Железногорск. В данном видеоролике я хотел бы выразить слова поддержки для своего друга Евгения Баженова, который в данный момент находится на реабилитации. У него случилась трагедия, для тех, кто не знает, есть описание ниже этого ролика. Ну и вообще ролики есть там, что случилось. Короче, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Виновные будут наказаны. Жека поправится, выздоровеет. Ну и также будет веселиться, все будет хорошо. Друзья, давайте не останемся неравнодушными к этой ситуации. Ниже ролика есть различные номера Сберкарт, на которые можно перевести кое-какие деньги. Евгений сейчас нуждается в нашей поддержке и в нашей помощи. Давайте не будем для него безразличными, поможем брату нашему. Выздоравливай, Жека. Счастья тебе и здоровья.